прощали полного ради. Давай, бей его. Теке! Эй, Берке, легись! Теке, иди сюда. К нам иди, Теке. Теке! Теке! Азамат!
Azamat. Так просто тебе не уйти. Я и под землей тебя найду. Нет, Азамат. Азамат. Нет. Оставь ее в покое, Юр. У него с ним свои счеты были. Азамат. Да ладно тебе. Thank you.
Теке. Мен кушын өлтірген мен. Теке, я убил птицу. Мен не бер аны. Отдай мне ее. Олай. Нет. Пара кушын. Это черная птица. Кюргиз чё? Покажи. Олай. Нет.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибегаю я к Господу рассвета от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда Он покрыл, от зла дующих на узлы, от зла наущателя скрывающегося, который наущает груди людей. Она будет тебя оберегать от злых людей, шайтанов. Понял?
А мне дашь тыки? Тебе я ничего не дам. Много из себя ставишь. Убирайся из моего дома. Брось, не пугай. У тебя что, гвоздь в голове? Что? У тебя в голове гвоздь? Убирайтесь. Все убирайтесь из моего дома. И ты, предатель, тоже. Видеть вас больше не желаю. Придурки. Гвоздь. Это у твоего отца в голове гвоздь. Вырастить такого болтуна. Гвоздь. Выдумают тоже. Гвоздь. Может быть, у нас останешься, сынок? Слушай тетку. Она тебе плохого не пожелает. Спасибо, Муса. Но мне надо быть дома. Там же холодно. А для чего же мне руки? Спасибо, я все сделаю. До свидания. С этими пуговицами что-нибудь можно сделать, черт побери? Что ты вцепился сегодня в пуговицы? Сам не сможешь себе приготовить? Заходи к нам. Теке, иди сюда. Я в следующий раз приду. У вас гости. Теке, Касым, что с вами? Придурок. Теке. Теке. Что случилось? Я потом приду. Sen misin? Ben senin kelliğini bileyim.
Я знал, что ты придешь. Касым был у тебя. Он хоть и ребенок, но поступил как мужчина. А ты даже в дом не пригласил, как это положено по обычаю. Или он на тебя не распространяется? Алтур. Садись. Спасибо. Ибрагим, Азамат, продавшись немцам, уничтожил семью Касыма. Ради чего? Ради новой власти? Ради веры? Сказали, власть, и народ погубили. Говоришь, Азамат, а он ведь тоже Аллахом создан. Дело не в нем, Муса, в нас дело. Ничего ты не понимаешь в новой жизни, Ибрагим. Клянусь, накличешь на свою голову неприятностей. На этом разговор будем считать законченным. Вижу я, что и думать можно лишь с позволения власти. Сарашет. Думай. Смотри, пусть с ними поосторожней. Народ, говорят, горячий, мало ли. Береженого Бог бережет. И чтобы полная секретность, у тебя сколько их тут? 1080 было. Почему было? Все мужчины ушли на фронт, товарищ генерал. Николай Николаевич, говорят, Сталин церкви открыл для верующих. Останови. Поехали.
Ну, чего тебе? Поговорить надо. Ну? Салам алейкум, Муса. Алейкум салам. А я смотрю, думаю себе, кто на такой красивой черной машине ко мне подъехал. Оказывается, ты. Воробьев собирает весь партактив. Срочно надо ехать. Уже и так опаздываем. Что-нибудь случилось? Да нет, ничего. Так поехали, поехали. Пошли. Как он там? Нормально? Ничего, ничего. Я тебе серьезно говорю. Ну, кому мне идти? К отцу, к матери. Ну, как тут у вас, у Карачаевцев, все это происходит? Сейчас закричу. Зуля? Ну, я пошутил. Что вы бегаете? Вон, вон тот халат.
Проходите, Муса. Смотри, что там. Здравствуйте. По постановлению Государственного комитета обороны, вы подлежите немедленному выселению. На сборы вам дается 20 минут. Громоздкие вещи не брать. Разрешается брать только еду, документы. Теплые вещи. Не было. Если добры выселение хапрайтала. Чего я ломаю? Кто вы такой? По постановлению комитета обороны, вы подлежите немедленному выселению. У вас мало времени, собирайтесь. А меня тайта брагнат мула. Я не могу, товарищ военный. У меня в доме больной человек. Ему нельзя вставать. У вас в доме больной? Да-да, товарищ военный. Он очень болен. Больных, которые не могут передвигаться, брать неверено. Придется оставить. Да цыц ты! Мамаша, ну вам же по-хорошему говорят. Гражданка Хасанова, вам придется подчиниться приказу. Менчу кабарлык тюльме. Яшим казал оттады. Я никуда не поеду. Моя сын воевает. Мы останемся здесь. Уведите ее. О, мен харит. Я никуда не поеду. Ha ha ha!
поживее. И вы поторапливайтесь. Успокоили? Ага. Да, ну, бисова собака. Да пристрели ты ее. Трогай давай. Смотри, о, сука такая. Илин, догоняй. Дед, ну чего уставился? Давай, проходи. Машину лей. Беги, узнай, что там. Слушай. Кажется, ложим стачку-то. Да, это бог. А где Шаламов? У него дом на том конце улы. Скоро должен прибыть. Кто у него там? Да по списку старуха какая-то. Не помню фамилии. Ладно. Ну, бери ты эту собаку. Есть. Забодал. Э, пацан, ты куда? Да, сюда. Не положено. Давай, давай. Дичачи ты, или палубы? Давай. Так, ну, скорее, скорее. Тебя все? Все, товарищ капитан. Чудненько. Стой, ты куда? Куда? Назад. Назад. Так стоять сюда нельзя. Я говорю, нельзя сюда. Отпусти! Отпусти! Ахмат! Ахмат! Отдай! Ахмат! Ахмат! Вставай, Ахмат! Ахмат! Ну успокойся, мы сейчас поем. Возьми его, блядь, как следует! Крутится! Хайда за Ахмат! Ахмат! Отпусти! Отпусти! Ноги держи! У тебя как? У тебя все нормально? Гляди, чтобы не было паники. Ну, подавай! Баба, вопросы потом. Не стойте, проходите, проходите, нельзя здесь стоять. Давайте, давайте, давайте. Почему посторонние на площади? Папаша, папаша, проходите, нельзя здесь, давайте отсюда. Пошла отсюда. Убей собаку. Аллах свидетель всему. Вы не люди. Кузанов. Я. Сколько? 161. Все в порядке? Да. Отправляйте эшелон. Есть. Отправляйте эшелон. Отправляйте эшелон! Витков, ко мне! Митрохин? Нет.
Останешься за старшим. Мне в штаб нужен. Угу, слушай. Смотри, только пошевеливайся. К вечеру успеть надо. Начинайте погрузку. Не надо, сестричка, не надо. Успокойся. Мог бы быть и моим отцом. Начинайте погрузку! А ну давай, к машине! Проходите, пожалуйста! Вилада! Ты уже не умерла! Давай! Аня! Спасибо! Сейчас, Саляша, проходи, ну что, смотришь, гони! Зуля! Зуля! Вы из какого аула? Из Кумыша. Проходи, дорогая, проходи. Иди отсюда. А куда вас везут? Уходи, уходи отсюда. Отец! Отец! Куда? Кузов! Погон иди! Эй, с одной команды! Назад! Чаршлара, чаршлара! Не связывайся с ними. Пошли. Мы теперь ничего не можем. Пошли. Надень шапку. Крепись. Что поделаешь? Ясно.
Халид, прости меня. Халид, муж мой, ради Аллаха, прости меня. Успокойся, успокойся. Проходи давай. Спасибо тебе, миленький. Ненормальная какая. Куда? Назад! Дурак. Прошлый, давай за мной. Слышки потом. Так кому сказано? Есть. Начинайте отправку. Слушаюсь. Товарищ полковник! Товарищ полковник! Ну какой из меня начальник эшелона? Я же в этом деле... Товарищ полковник, сами понимаете. Ничего, сладишь. У тебя толковый помощник будет. И учти, капитан, нам приказано как можно быстрее освободить вагоны. Не забывайте, что идет война. Так что идти придется без остановок. И все на этом. Ну, короче, тоже был у нас один из зверьков. Ну, это еще до войны было. Я ему говорю, видишь, Каня? Ну, там действительно, ребята, огромный кусок от скалы. Я ему говорю, здесь как море было. Он смотрит на меня громадными бараньими глазами. Слушай, откуда ты все знаешь? Петрохин! А что, прав, что ли, море было? Книжки читать надо. Ну ладно, ребят, пошел. Вызывали, товарищ капитан. Заходи. Побеги были? Вы про что? А, нет, что вы, товарищ капитан. Можете не беспокоиться. Не было и не будет. Я таких составщиков столько перегнал. И хоть бы хны. Странно. То ли они боятся, то ли на что надеются. Разрешите? Черт я знаю, товарищ капитан. Мне во все вникать, легче утопиться. А если побегут? Ты понимаешь, выдернули из госпиталя, как репку. Трах-бах, начальник эшелона. Дай подержу. Давай быстрее. У меня молока нет. Ну что уставился?
Он будет мой. Из чего захотел? Тыке, дашь мне? Да погодите вы. Вот и все. Теперь осталось придумать имя, и человечек готов. Он будет мой. Успокойте ее. У нее ребенок умер. Тыке. Тыке, не умирай. Вставай, Тыке. Вставай. Мама. Когда я вернусь? Над всякой душой есть хранитель. Ой, старик, я нечаянно... Встань ты! Ну, прости меня, земелья. Ну, я не хотел, ну, ладно. Брось ты, ну. Ну, мужик ты или не мужик? Ну? Козел. Ложись, Юрий Владимирович, а я сам все сделаю. Спать хочется. Мертвые есть? Угу. Выгружай. Мертвые есть? Выгружай.
Проснулись, товарищ капитан. Что это, Паша? Почему мертвые? Люди. Так, парень, сынок, давай. Сынок. Вот так, молодец. Нам их землю надо хоронить. Подоткни. Папаша, все будет нормально. Похороним, как положено. Садитесь в вагон. Залазь, залазь, папаша, давай. Что ж ты такой тяжелый? Заходите в вагон. Закрывай. Есть. Закрывай вагоны! Закрывай вагоны! Закрывай вагоны! Закрывай вагон! Живее! Живее, ребята, живее, живее! Закрывай давай! Закрывай! Берись. Давай. Ты что, псих? Ты мне весь график сорвал. Остановить на станции эшелон.
Я не сдвинусь больше с места. На кого вы похожи, товарищ офицер? Виноват. Увести. Попался. Закрывай. Ну помоги, солдат. Касым. Касым. Боже, лица не узнать. Что же это они проклятые делают? Касым. Бедный ребенок. Мы 2 недели этот эшелон ищем. Сказали, рабочая сила прибудет. Оказывается, сюда загнали. Паровоз ушел, охрана ушел. 2 недели ищем этот паровоз. Товарищ полковник! Товарищ начальник, а как же я? Что мне делать с вагонами? Пошел вон. Товарищ начальник, так нельзя, так с меня спрашивать будет. Товарищ начальник, с меня будут спрашивать. Товарищ начальник. И дул он на них, и становились они птицами с его позволения.
и дул он на них. И становились они птицами с его позволения. Идущей ночью. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, клянусь небом, идущей ночью. А что даст тебе знак, идущей ночью? Звезда пронизывающая. Поистине, над всякой душой есть хранитель. Пусть же посмотрит человек, из чего он создан. Создан из воды изливающейся. Выходит она из хребта и грудных костей, поистине. Над всякой душой есть хранитель. Bismillahirrahmanirrahim.